Сегодня весь мир отмечает день рождения самого главного друга и помощника человека – автомобиля. Именно 29 января 1885 года знаменитый инженер и механик Карл Бенц презентовал свой трехколесный автомобиль с бензиновым мотором. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость 16 км в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Их было создано всего три, два, скорее всего, украли, а третий до сих пор выставлен в музее в Мюнхене. В России первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был сконструирован в 1896 году. Но историю автомобилестроения можно прочитать и в интернете. Гораздо интереснее другое. За век с небольшим это изобретение превратилось в неотъемлемую часть нашей жизни. Сегодня в Чувашии на 1 230 000 населения зарегистрировано почти 300 тысяч единиц автотранспорта. Причем легковых автомобилей около 240 тысяч, грузовых 37, автобусов более 63 тысяч. Самый старый из зарегистрированных железных коней в нашей республике – Додж 1941 года выпуска. Следом за ним ГАЗ-67, который сошел с конвейера в 1946 году.